3 декабря во всей стране отмечается День неизвестного солдата. Жители Ульяновской области почтили память героев, погибших во время Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие состоялось на площади 30-летия Победы. Мы тоже вот нашей семьей долгое время искали могилу нашего прадеда, который погиб в Псковской области. Буквально несколько лет назад мы нашли братскую могилу. И, собственно говоря, теперь мы знаем, что наш прадед, да, это не неизвестный солдат. Мы знаем, где он захоронен. По всей стране ведутся поисковые работы братских могил и мест захоронения останков неизвестных героев Отечества. На земле Ульяновской области также возобновилась работа поисковых отрядов. Благодаря общим усилиям земляков погибшие солдаты обретают покой. Спустя столько лет семьи до сих пор ждут известия, что их предки вернулись домой. Как раз наши поисковики буквально в летний период нашли бойца неизвестного. До сегодняшнего дня был Кузьмин Иван Юрьевич, средних тимирчан. Сегодня официально проходит захоронение бойца, который в Великую Отечественную войну. Родственники долгое время думали, что он без вести пропавший, а сегодня он нашел свое место и упокоился на земле, на родной земле средних тимирчанов. Подвиг героев, отдавших жизнь за свою родину, бессмертен. Люди всех возрастов с гордостью вспоминают своих предков. Почтить память погибших героев отозвалась и молодежь региона. Никакие погодные условия нас не напугают, и ничто не заставит нас просто отсидеться дома и пройти мимо такой знаменательной даты и не почтить память тех людей, которые сражались за нас, которые отдали свою жизнь за то, чтобы у нас светило такое вот прекрасное солнышко. Дата события выбрана не случайно. Именно 3 декабря в 1966 году в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ.